Все больше нарушений. Свыше 1500 протоколов о несоблюдении санитарных мер составили за неделю. Более 200 нарушений зафиксировали в торговых точках, в том числе на рынках. Штрафы выписали как экономическим агентам, так и рядовым гражданам. Если говорить об общественных местах, это группы более 3 человек. Ношение масок обязательно, когда нет уверенности, что можно соблюдать социальную дистанцию. Это касается как открытых площадей, так и закрытых. В то же время одно из нарушений, которое часто фиксируют полицейские – неверное ношение масок. Критическая ситуация сложилась и на автовокзалах. По словам представителя Национального агентства автотранспорта Сергея Балтаги, на кассах и перронах отсутствуют дезинфицирующие средства. Некоторые сотрудники и водители не носят масок, а пассажиры не соблюдают социальную дистанцию. Зафиксированы нарушения, а именно перегруженность транспорта, отсутствие или неправильное ношение масок пассажирами и водителями, отсутствие или недостаточные меры для защиты работников, которые осуществляют дорожные пассажирские перевозки. Проверки прошли и в службах такси. Кроме того, сотрудники Национального центра общественного здоровья проинспектировали 150 объектов. В результате были закрыты 2 парикмахерские и 1 коммерческая точка, в которых предприниматели не обеспечили соблюдение санитарных мер. Составили 73 протокола о нарушениях.